Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Врачи неустанно призывают жителей соблюдать режим самоизоляции. Без острой необходимости не выходить из дома. Картошка здесь уже посажена. А еще цветы и деревья. А после работы в огороде учитель математики Юлия Копалкина приступает к дистанционному обучению детей. Не только оказаться в нужном месте, но и помочь человеку. Двое сотрудников Росгвардии Карачаево-Черкесии отмечены медалями от президента за спасение погибающих. Завтра для мусульман начинается священный месяц Рамазан. Муфтий Исмаил Хаджибердиев обратился к верующим Карачаево-Черкесии в столь непростое для всех время пандемии. В республике продолжается рост выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. К сожалению, счет уже идет не на единицы, а десятки новых подтверждений в течение суток. Сегодня ситуацию прокомментировали в Минздраве республики. По состоянию на 23 апреля 2020 года прирост составил 35 человек за последние сутки. Всего по республике зарегистрировано 168 случаев новой коронавирусной инфекции. На стационарном лечении из выявленных всего находится 69 пациентов, 95% из которых находятся либо в средней, либо в легкой степени тяжести этого заболевания. 99 выявленных случаев проходит лечение в домашних условиях на амбулаторном этапе. Поступает очень много вопросов, почему не госпитализируют всех выявленных госпиталя для инфицированных больных. По состоянию эти 99 человек либо вообще не имеют какие-либо респираторные проявления, либо их имеют в очень легкой форме. В этой связи эти люди должны подлежать только амбулаторному лечению. За жизнь людей, которых вирус коснулся непосредственно, сегодня борются медицинские работники, сами находясь в группе риска. Для того, чтобы минимизировать число заболевших, необходимо оставаться дома, а также соблюдать все гигиенические требования. Наша съемочная группа убедилась, что многие жители пренебрегают рекомендациями врачей и продолжают гулять по улицам и паркам Черкесска, да еще и с детьми. Самое ценное, что есть в нашей жизни, это дети и наши старшие, которые являются самой незащищенной категорией и полностью зависят от нашей с вами зрелой позиции. Вот, уже какое-то время, достаточно длительное, проживаем в условиях новых реалий, связанных с этой коронавирусной инфекцией. Вот, ну и благодаря ответственному отношению большинства из нас события развиваются не по самому плохому сценарию. Ну и от лица нашей больницы, нашей детской больницы, хотел бы попросить всех соблюдать меры профилактики новой инфекции и защитить и себя, и своих близких. Как дистанционное обучение может сказаться на результатах ЕГЭ? Самоизоляция выпускников помешает ли мечте поступить в лучшие вузы страны? Эти вопросы мы задали учителю года математику Юлии Копалкиной. У нее в гостях на расстоянии социальной дистанции побывал Руслан Куркмазов. Я действительно счастлива, что я именно в Зеленчуке живу. Юлия Александровна счастлива, что у нее не квартира с видом на Красную площадь, а дом с видом на Эльбрус. Поэтому самоизоляция проходит комфортно. Дом со ставнями, площадью как хорошая трехкомнатная квартира, двор и много-много цветов. А еще у учителя года во дворе банька и летний домик. А рядом благоухает алыча. И пчелы исполняют весеннюю симфонию. И, конечно же, у учителя года Юлии Александровны есть свой огород, и она считает, он не должен пустовать. Картошка здесь уже посажена. Математик Юлия Александровна не стала огород превращать в газон, потому что выращивание картошки имеет философско-полезный смысл. Дело все в том, что, во-первых, совместный труд семейный сближает, это раз. Во-вторых, я точно знаю, что я картошку ничем не обрабатываю. Ну, а в-третьих... Вообще ничем не обрабатываете? А жуков как вы удаляете? Ну, собираем по возможности, а то и съели. Что осталось, то и нам, собственно говоря. Вот. Ну, а кроме того, еще прибавьте, что земля не должна пустовать, наверное. Раз мы хозяева земли, то она не должна пустовать. Цветочки и огород у учителя математики после дистанционных уроков. Доброе утро!
Доброе утро. Рада вас видеть, ребята. Как настроение? Как здоровье? Все хорошо. Отлично. Так, давайте начнем урок алгебры. У нас сегодня тема решения линейных неравенств. Опознавать науку цифр надо только с энтузиазмом, чтобы дети восприняли все это серьезно и не думали, что удаленка – это халтура. Так, пожалуйста, так, без чая, без ничего не галдим. 3, 4. Внимание на доску, ребята. Есть, конечно, группа детей, у которых нет возможности технической просто, да, работать в интернете. И таких детей мы тоже знаем. Мы собрали списки детей, кто не может заниматься в интернете в силу материальных возможностей. С такими детьми мы работаем индивидуально. Мы посылаем им индивидуальные задания. Мы их собираем, проверяем через телефоны родителей. Находим какие-то возможности. То есть эти дети у нас вообще на индивидуальном плане обучения. А что делать? Нужно учить. У нас все-таки есть закон об образовании, и право имеет учиться любой человек, а не только тот, у которого есть компьютер с выходом в интернет. Если у школьников помладше есть шанс в новом учебном году устранить пробелы дистанционного обучения, то как быть выпускникам? Неужели удаленка удалит мечты о хороших вузах? Ждать ли нам плохих результатов ЕГЭ? Подготовка именно к ЕГЭ – это во многом самообразование ребенка. Вот. Ребенок сам готовится к тем предметам, которые он выбрал. И нам не зря очень достаточно долгое время говорили о том, что школа не должна натаскивать на ЕГЭ. Это не есть основная задача школы. Основная задача школы – дать образование. А натаскивать на ЕГЭ у нас даже особой времени нету на уроках. У нас для этого есть факультативы, дополнительные занятия. Мы, естественно, контролируем процесс подготовки к ЕГЭ. Но оно не является самоцелью современного образования. Поэтому, по крайней мере, я считаю, что дети, которые готовились к ЕГЭ серьезно, они сейчас получили даже, может быть, некоторые бонусы. Потому что они могут заниматься... Какие? Потому что они могут заниматься именно выбранным предметом достаточно серьезно, находясь дома. И в принципе, если ребенок готовился достаточно серьезно до этого к ЕГЭ, я не думаю, что введение дистанционного обучения станет прямо очень серьезным препятствием для сдачи экзамена. Юлия Александровна уже соскучилась по живому общению с детьми. Она уверена, и пандемия, и самоизоляция пройдут. А пока во дворе к солнцу тянутся плоды можжевельника. Хвоя сейчас наполняет двор не только приятным, но и очищенным воздухом. А чуть позже учитель года выжмет противомикробный полезный можжевеловый сок. И в этом есть счастье – жить ближе к земле. Руслан Куркмазов, Руслан Харченко и Зеленчука. Вести Карачаево-Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии переменная облачность. В горах местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5 градусов. В горах до 10 мороза. Днем плюс 12, плюс 17 градусов. В горах местами 4-9 тепла. Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 0, минус 2. Днем плюс 15, плюс 17 градусов. В северных и центральных районах ночью и утром ожидаются заморозки. В воздухе и на поверхности почвы до 5 мороза. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, полотенца, одеяло, дивандеки, скатерти, халаты, сундуки и многое другое. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. При покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. Телефон 8 938 030 3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. Это «Вести» в прямом эфире, мы продолжаем. Пожилой жительнице Черкесска позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что якобы ей ошибочно были переведены деньги и необходимо срочно снять все средства и прислать на указанный им счет. Женщина, поддавшись на обман, сняла все свои сбережения со счета. И эта история могла закончиться, как и многие другие, если бы пенсионерка не совершила правильный поступок. Обратилась за консультацией к участковому. С первых же слов полицейскому Расулу Гогову стало ясно, что ее пытаются обмануть дистанционные мошенники. Он успокоил женщину и сказал, что никуда деньги отправлять не нужно, необходимо положить их обратно на свой счет. Данный факт зарегистрирован, собран материал, проводится проверка.
Мы объяснили данной женщине, что денежные средства незнакомым лицам нельзя перечислять, что ее могут обмануть и путем обмана завладеть ее денежными средствами. Данный факт был зарегистрирован в отделе МВД России по городу Черкесску и проводится проверка. Уважаемые жители города Черкесска и Карачаево-Черкесской республики, если вы попали в подобную ситуацию, до момента перечисления денежных средств вам необходимо обратиться в банк и для получения консультации и в последующем обратиться в правоохранительные органы. Внимательность и мужество являются особенным качеством у сотрудников спецподразделения Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Указом президента России Владимира Путина офицеры авиационного отряда специального назначения и сотрудник ОМОНа были отмечены медалями за спасение погибающих. Они проявили лучшие профессиональные навыки, оказав своевременную помощь попавшим в беду людям. С доблестными росгвардейцами встретился Алихан Лепшоков. Офицер авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии отмечает, что именно профессионализм и чуткость позволили своевременно оказать помощь человеку и спасти ему жизнь. Проезжая по проспекту Ленина, он заметил лежавшего на обочине мужчину. «Я действовал спонтанно, понимая, что нельзя терять ни минуты и нужно оказать первую доврачебную помощь», вспоминает офицер Росгвардии. Подбежав к нему, я увидел, что у него все признаки эпилепсии, то есть посинение губ, он уже, скажем так, задыхался. То есть думать о том, чтобы вызывать скорую или еще что-нибудь, времени не было. По ходу действий, то есть получилось так, его положили на бок, пытаясь разжать челюсти, с обочины перенесли, то есть с проезжей части перенесли на обочину, уже там, где никаких помех не было. Молодой сотрудник ОМОНа весной 2019 года, совершая пробежку в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске, заметил тонущего человека и других зовущих на помощь. Не задумываясь, ОМОНовец прыгнул в воду, чтобы спасти человека. Нырнул за ним, подплыл к человеку. У меня было травмировано в тот момент плечо. Тонувший человек, он не слышал меня. Не слышал команды, что я от него хочу. Топил меня, находясь в панике, залазил на меня. Когда человек понял, услышал меня, я обхватил его. Мы доплыли до берега. За проявленное мужество и профессионализм указом президента России Владимира Путина оба сотрудника Росгвардии были отмечены медалями за спасение погибавших. Сами же герои уверены, что именно прекрасная спецподготовка позволила им оказать вовремя необходимую помощь. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Завтра мусульман начинается месяц обязательного поста, который называется Ораза. Чем характеризуется это время и какие рекомендации определило Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии, расскажет Мурат Джанкезов. Рамазан – один из пяти столпов ислама. Пост соблюдается ежегодно. На протяжении месяца мусульмане в дневное время суток не принимают пищу и воздерживаются от употребления воды и других напитков. Месяц Рамазан, он дан Всевышним для блага людей. В этот месяц Аллаху Таала закрывает двери ада и открывает двери рая. Это вот такой вот подарок для мусульман. И в этот месяц мы должны поститься и делать добро. Сегодняшний карантин и самоизоляция по причине распространения коронавируса внес свои коррективы и в правила соблюдения поста. То, что сейчас нам предписали сидеть дома, это мы должны подчиняться беспрекословно. Этим мы приблизим то, что эта зараза закончится побыстрее, и тогда уже будем, если Всевышний даст, к концу месяца гаид, намаз уже будем делать в мечети. Во время ураза мысли мусульман сосредоточены на духовном самоочищении, групповых собраниях, совместном питании и коллективных намазах. Однако в связи с пандемией коронавируса религиозные лидеры призывают мусульман соблюдать ограничения, связанные с самоизоляцией, чтобы замедлить распространение инфекции. Именно принимается та просьба ко Всевышнему, которую делаешь ты для всех мусульман, и в том числе для себя. Для себя, для своих родных, для родителей. Это быстрее принимается Всевышним, чем та молитва, которую ты делаешь только для себя.
Поэтому мы это должны знать и просить уже для всех людей, чтобы вот эта зараза тоже ушла от нас. Мы должны и это просить у Всевышнего. О прощении грехов мы должны просить у Всевышнего. И дай Аллах, чтобы Аллаху Тагала принял все наши молитвы. Мурат Джанкезов, Руслан Харченко, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия. Таким был четверг. Карачаево-Черкесия. Ждите только добрых вестей.